Привет! Вы на канале Супер Дима Бейблейд. И сегодня мы открываем новиночку из Бейблейд 4 сезона GT. Карающий Джокер. С этим Бэем сражается Блейдер по имени Джо Рюрикова. Он бросил вызов Волту Аои и сражается в турнире Бэй Карнавал, чтобы победить и встретиться в финале с Волтом. Сегодня мы рассмотрим этот Бэй и протестируем его в битвах с самыми сильными волтроеками. А? Угу. Посмотрим, какой Бэй сильнее, Джокер или волтроек. Наконец-то карающий Джокер у нас. Мы купили его в магазине Бейблейда Лёва. Ссылочка есть в описании. Кому интересно, заходите. Этот Бэй интересен тем, что имеет самый тяжелый силовой диск с рамкой. Первый Бэй в аниме с пластиковой рамкой. Первый Бэй в 4 сезоне. А еще у него крупный наконечник на тонкой ножке. Похоже, что Джокер будет очень выносливым. Есть такое. Давай распаковывать, сейчас будем смотреть. Открываем. Но он типа баланс. Типа баланс, мы сейчас об этом все скажем. Распаковывай, посмотрим на него. Карающий Джокер, или Шут, его еще называют, принадлежит загадочному Блейдеру по имени Джо Рюрикова. А почему загадочному? Потому что пока о нем мало известно. Мало известно, но мы заметили только странную ухмылочку у него на лице, что говорит о его тщеславии. Джо хочет победить Волта Аои. Для этого он принимает участие в турнире Бэй Карнавал, победитель которого сможет сойтись в битве со знаменитым Волтом Аои. Очень интересно, сможет он его победить или нет, как думаешь? Ну, может быть и сможет. Может быть и сможем. Ну, открывай свою коробочку, давай же посмотрим, открываю. Что. Так, ребята, вот. Ребята. Ой, он, знаешь, он мне чем-то напоминает по оформлению Дед Хейдиса. А тебе не напоминает? Есть. Ну, энергетический слой, да, чем-то есть похож? Что-то ну, такое. Давай, открывай, тут в целлофане плохо это все видно. Открывай, дальше. Давай, а я открою... Вот этот пакетик. Так, ну здесь помимо инструкции у нас еще... О! Кто там? О, Тимка, я сегодня открыла первую. Ой, ну я что-то не очень узнаю. Но мне почему-то кажется, что там Луинор. Нет? Ты читаешь мои мысли. Я читаю твои мысли. Эта новиночка выйдет 22 июня. И тут вот видно вот такие вот крылья. Как и мне кажется, что это Луинор. Ребята, у нас будет Луинор в конце июня. И, наверное. Да, вероятнее всего это будет Луинор, мне так кажется. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзор крутой новинки. Луинор будет в 4 сезоне. Но наверное. Я уверена на 90%, что это Луинор. Ребята, а вы думаете, это какой Бэй? Пишите в комментариях под видео. Тима, ты за кого? Как ты думаешь, какой? Луинор. Я думаю, Луинор. А вы думаете, какой? Пишите. Пишите. Очертания очень похожи. Ну что там ты достал уже? Смотри, ничего не напоминает. Очень даже напоминает. Очень даже напоминает. Такую пластиковую рамочку мы уже видели. У многих Бэев. Позже расскажем, да? Вот он, энергетический слой. Ну самое же интересное, правда? Смотри, какой. И наконечник, ребята. А смотрите, он похож на такой, как у Эйс Драгона, да? Такой же крупный. Но не такой. Такой, но не такой. Ух такой, ты. Такой, но не такой. Ух ты, ребята, тут трюки. Сейчас все рассмотрим. Тим, ты видел? А, он еще не видел. И силовой диск. И силовой диск, такой мы уже видели. Но хорошо, давай клеим наклеечки. Сейчас все рассмотрим детально. Давай. Карающий Джокер у нас имеет пятислойное строение. Рамка относится к силовому диску, да, потому 5 у нас слоев, и он у нас типа баланс. Его чип называется Джокер. Он имеет двустороннюю конструкцию. Сверху и снизу изображен средневековый шут в шапке с бубонами.
Ты видишь? Угу. Видишь? Присмотрись хорошенько. Вижу, вижу. И он держит в руке косу. Видишь? Да, да, вот, да. Вот видно. Его рука, и вот с косой один и второй держит. Только сверху он смеется, а снизу грустит. Посмотри внимательно на его улыбочку. Да, да. Видишь? Здесь он так по-злому смеется, а здесь у него такая кислая рожица. Да? Видишь? Угу. Интересно, правда? Да. Весовой слой называется зан. Он имеет два симметрично расположенных утяжелителя. И такой мы уже видели. У Дрэгона, и у Эйс Дрэгона, и у Грэнд Дрэгона, и у Роб Дрэгона. В общем, у всех Дрэгонов. Да. Утяжелители расположены симметрично, поэтому бой будет хорошо сбалансирован. Основа энергетического слоя называется Judgment, правосудие или судья-каратель. Красные вставки напоминают лезвие косы. Да, смотри, и они резиновые, что интересно. Подтверждаю, резиновые. Резиновая. Значит, будет отбивать удары соперников хорошо. Да, решать. Даже поглощать силу соперника. Да, да, да. Силовой диск у Джокера самый тяжелый, 0-0. И он имеет пластиковую рамку. Она называется Turn, поворот. Силовой диск с номером 00 мы уже видели. Помнишь у кого? У Чозет Ахиллеса. Точно, у Чозет Ахиллеса. И пластиковую рамку мы такую тоже видели. У Дэд Хейдиса. Точно, только у него она была красная, да? Да. И эта рамка двусторонняя? Да. Поэтому тоже можно менять режимы. Что интересно, самый тяжелый силовой диск с рамкой, которая может менять режимы. А ты знаешь, что у этого боя еще будет преимущество? У него будут способности Дэд Хейдиса. Будут, да. И наконечник. Наконечник называется трюк. И он такой же крупный, как у Дрэгона. Нет, но он чуть-чуть меньше, чем у Дрэгона. Ну, чуть-чуть, ну, больше, чем у всех остальных. Да. Но смотри, что интересно. Он здесь вот имеет вот такие интересные трюки. Он нажимается. Вот эта его часть, большая, крупная, нажимается и свободно вращается. Угу. То есть, когда Бэй будет терять выносливость, вот эта часть будет ему помогать вернуться назад, причем без потери этой выносливости, потому что она свободно вращается. И еще смотри, что интересно, сам наконечничек какой интересный. Смотри, у него тут тоже есть два режима. Он, когда будет только начинать свое вращение, он будет, смотри, мега выносливым. Он высовывается немножко, видишь? Да, да, да. А когда выносливости уже не будет хватать, наконечничек будет прятаться, и он будет более такой, более устойчиво будет стоять за счет вот этих вот двух дужечек. Очень интересненько, правда? Да, 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 да. Такого мы еще не видели. То есть в режиме, когда будет наконечничек высунутый, сила трения с ареной будет минимальной, поэтому он будет очень быстро и выносливо вращаться. Да. Плюс вот эти вот все надстройки будут помогать ему выдержать удары, да, и не упасть, продлить его выносливость. Ну, очень интересно. Ну, собирай, собирай нашу новиночку. Собирай. Собирай, и сегодня протестируем его в битве с волтроеками. Давай возьмем все три волтроека из четвертого сезона, да? Да. Ведь в мультфильме он будет сражаться с волтроеками из четвертого сезона, да? Да. Хотя у нас есть очень сильный Чозет волтроек, но сегодня предлагаю взять именно Бэй из четвертого сезона, чтобы проверить, сможет Джо победить Волта или нет в реальности? Ага. Угу. Давай, неси арену. Несу. Протестируем нашего карающего Джокера. Нашу новиночку, нашего Джокера предлагаю со Слэш Валькирией. С космо-волтроеком. Очень сильным и мега выносливым. Проверим, кто из них выносливее будет. И самой последней нашей новиночкой. До Джокера с Грэнд Волтроеком. Посмотрим. Вообще посмотрим, сможет ли он побороть хотя бы одного Волтроека. Не то, что всех троих. Как думаешь? Сможет. Всех троих. Да? Да. Проверим. Давай. Первая битва, первый раунд. Три, два, один. Первый раунд.
Ну что, видел? 1-0. Волтроек уже взял первое очко. Он решил бросить вызов Волту. Не так все просто. Второй раунд. 3, 2, 1. Ой-ой. Волтроек готов. Ого. Ого-го. Ну, неожиданный поворот. Неожиданный. Может, тебе просто повезло? Да? Ну, сейчас проверим тогда во второй битве с космо-волтроеком. С очень сильным и выносливым. Ребята, вы помните? У него наконечник такой же, как у Геркулеса, и он мега выносливый. И специально для него я поставлю выносливый режим. Выносливый режим. Ну, давай. В атакую всем-то будет опасно биться. Ну, давай-давай, менять пластиковую рамку. Вторая битва. Первый раунд. 3, 2, 1, все! Двое на пружиночке? Есть! У космо-волтроека первое очко. Был Иисус в нашем треке. Вот ты знаешь, что я его разобью тоже. Ну это ничего не значит. Сейчас посмотрим второй раунд. 3, 2, 1. Да что ж такое-то? Сказала же я, значит я его разобью. А ты видел, какой был момент? Он выбил, твой Джокер выбил Волтроека в ловушку. Он из ловушки вылетел и продолжил битву, видел? Но разлетелся потом от следующего удара. Вот это битва у нас была. Ничего себе. Но он опять победил, ребята, он опять победил. Опять с взрывом. Ну, у меня есть третье оружие. Грэнд Волтроек. Третья битва, первый раунд. 3, 2, 1. Джокер улетел в ловушку, но смог из нее выбраться. Ты не хочешь выбраться из нее. Перекружить. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Есть! Ну, теперь ты взял первое очко. Значит, в следующем раунде я буду тебя развивать. А-а-а, держись. Ну, может, и нет. Второй раунд. Точно нет. Точно нет? Да. Посмотрим. 3, 2, 1, вперед! Догонялки. Пока догонялки у нас. Но ты меня догоняешь. Ого-го. Ого-го, был ударчик. Ого-го, ударчик. Но никому не даем очков, потому что разлетелись и оба. По-прежнему со счетом 1-0 Тима побеждает. И давай собирать их. Смотри, как ничего себе битвочка. Третий раунд. 3, 2, 1. Ага, выбил. Yes! Ну ничего себе, я не ожидала такого от Джокера. Ну ничего себе. Выбил, ребята. Все мои волтроеки повержены. Два разбита. Ну этот просто выбит. Но... Если бы у меня был тот атакующий режим, то и он был разбит. Да. Да. Ну ничего себе. Ну что, мам, я смогла хотя бы одного из них победить. Да. Смог всех троих. А интересно, как он будет сражаться с Чозет Волтроеком. У нас же есть еще Чозет мега сильный. Ну а об этом в одном из следующих видео. Ребята, не пропустите. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Супер Тима Бейблейд. И вы заметили, ребята, Тима сегодня в футболочке Fortnite. Тима любитель игр, поэтому Тима хочет на своем канале еще и игры тоже, чтобы были. А вы хотите? Fortnite.
Дафа, а вы хотите, чтобы было больше игр на канале? Ставьте лайки, пишите в комментариях под видео. Ну и на колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить наше следующее новое видео. Пока-пока! Ждем вас!